Фейктоник. Видео прошло. Да, вот сейчас начался, о сахаре мне солода. Солода самого не видно, он в корзине находится там. Вот, но вот мы видим солодовое молоко, которое перетекает из корзины внутрь. Идет сейчас у нас, 53-54 градуса. И, значит, идет протеазная пауза. И что это будет, доктор? Мы это для виски делаем. А может пиво? Нет, пиво бродить не в чем. Если емкости под давлением были бы, то можно было бы поставить его. А почему он не желтый, не коричневый, как виски, а белый какой-то? Ну, пока он не осахарился. Когда он осахарится, он станет коричневым. Окей. Да. В процессе осахаривания это молоко, все, оно начинает превращаться, то есть появляются сахара, вот эти мальтозы, декстрозы, и вот сусло становится коричневым. Ну, не совсем коричневым, оно светло-коричневым. Ну, вначале оно вот такое. Потому что присутствие крахмала. Крахмал должен разрушиться. Ну вот мы этим и занимаемся. Это у вас общее время. Ага. И? Ну вот сейчас, вот вначале говорили, почему оно белое. А вот сейчас уже идет, значит, пауза осахаривания, да, когда сейчас практически белый крахмал, он осахарился, разложился до сахаров. Произошел гидролиз крахмала до сахаров. И цвет поменялся, стало коричневым. Чем дальше, тем темнее будет он в процессе, так сказать, осахаривания. Вот такая вот фишка. А когда это можно будет пить? Пить это будет нельзя. Это на это можно посмотреть издалека.